Проект по реконструкции Дома культуры города Волконежск направлен на полное обновление и модернизацию здания, отметила башкан Гагаузии Евгения Гуцу. Очень масштабный, большой проект. И также региональная власть, а именно мы выделили чуть более 1,5 миллиона лев контрибуции на реализацию этого проекта. Половину уже финансирования, а именно около 700 тысяч лев, сегодня уже будут перечислены на оказание вот услуг строительства. И действительно, мы будем помогать, мы будем стараться реализовывать и отремонтировать все дома культуры у нас в Гагаузской автономии. После того, как все работы будут завершены, Дом культуры снова станет центром культурного отдыха жителей Волконежского района. Хотела бы отметить, что Дом культуры в Волконежцах сюда также приезжают из сел, которые относятся к Волконежскому району. Поэтому это очень важный проект. Спасибо подрядчикам, спасибо администрации Волконежского района, спасибо сотрудникам примарии за то, что вот сейчас эти работы идут. В рамках реконструкции предусмотрен комплекс работ, заявила менеджер проекта Елена Стратило. У нас первоначально пошли демонтаж полностью всего, что есть в кабинетах, в зале, в актовом зале. И сейчас у нас идет обшивка стен с гипсокартоном, идет штукатурка, замена окон всех, вентиляции, утепление. Делаем полностью, как должны соответствовать данное времени кабинеты и здания, все для эксплуатации людям, чтобы дать возможность получить все то, что есть хорошее здесь. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул подчеркнула, что реконструкция Дома культуры в городе Волконеж станет важным шагом на пути к развитию культурного наследия нашей автономии. У нас основная и очень важная проблема, которая существует на территории Гагаузской автономии, это, к сожалению, у нас Дом культуры находится в плачевном состоянии практически в каждом селе. В Доме культуры смогут репетировать и выступать в комфортных условиях 6 любительских и 3 образцовых коллектива, в том числе и прославленный танцевальный ансамбль «Илдызлар». Полина Славова, Алексей Герчу, новости ГРТ.